целом игра не удалась, что первый тайм, что второй. Первый тайм мы выпустили на поле игроков с основного состава. И во втором тайме решили поменять, четверо вышло у нас. Во втором тайме, как бы, не то, чтобы хотели усилить, и не то, что хотели бы, были недовольны чем-то. Просто у нас по плану такие замены, и игра получилась по тайму. Первый тайм играла одна команда, во второй тайм другая. И второй тайм что-то омрачил, конечно, вот это удаление вратаря. Хотя вратарь говорит, что не касался нападающего. Но в таких случаях судьи обычно дают пенальти. Ну, я думаю, и по делу красная карточка, потому что фол последней надежды. Ну, а то, что некоторые футболисты, основная часть футболистов во втором тайме желала забить гол, хотя бы гол престижа, это радует. Такие игры, в принципе, не скажу, что нужны, но и полезны для нашей молодежи.